Привет. Привет, мой друг. Меня зовут Басос Алексей. Мне 48 лет. И я хочу тебе сказать одно. Не пытайся сразу за короткое время поднять вот эту 16-килограммовую гирю даже 10 раз. Подними ее сначала 2 раза, потом 3 раза, потом 4, потом 5. И делай так каждый день. Делай так каждый день. Пойми, мой друг, ты уже взрослый, ты уже можешь планировать свой успех, а не пытаться за одну секунду осуществить то, на что у других уходят годы. Я думаю, ты меня понял. Если не понял, записывайся на консультацию, и я помогу тебе стать взрослым по-настоящему. А сейчас для тебя я шучу, я даже вру тебе. Для себя я сделаю вот это. Желаю здоровья себе и всем людям. Укрепляю свой дух и тело. Класс. Сегодня 14 апреля 23 года. На улице 9 градусов. Вода холодная. Гиря, как всегда, тяжелая, она и будет тяжелая. Просто ты можешь измениться, но не за одну секунду. Это плановая работа. Я тебя люблю.